В Самарской городской думе обсудили изменения, которые необходимо внести в городской бюджет. На заседании профильного комитета парламентарии заслушали доклады и прогнозы специалистов, обсудили наиболее острые вопросы и выдвинули собственные предложения по корректировке главного финансового документа Самары. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Основные изменения бюджета Самары на период с 2023 по 2025 годы будут носить социальный характер. Об этом стало известно по итогам заседания Комитета по бюджету, налогам и экономике в городской думе. Особое внимание уделили вопросам ремонта дорог и инженерных коммуникаций, образовательных учреждений, поддержки семей, члены которых находятся в зоне проведения СВО. Снижение налога, отмена налога, собственно говоря, на земельного налога, это наша прерогатива, и налога на недвижимое имущество. Председатель Домского комитета по бюджету, экономике и налогам Юрий Левин рассказал, за счет чего в городскую казну удалось привлечь дополнительные средства в этом году. Увеличились, да, налоговые поступления, увеличились за счет, в том числе, роста заработной платы. Согласно прогнозам специалистов, доходы бюджета в 2023 году составят 42 миллиарда 664 миллиона рублей, расходы 45 миллиардов 333 миллиона рублей, а дефицит 2 миллиарда 669 миллионов рублей. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.